Round one. Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает мастер спорта из Республики Беларусь Вадим Волчок. 2002 года рождения, боксом занимается 14 лет. Счет боям не ведет. Тренируется Вадим под руководством тренеров Сергея Пыталева и тренера Сапунова. Thank you.
Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает кандидат мастера спорта Куатыпулу Амантур Тражистан. 2002 года рождения, боксом занимается 4 года. Призер чемпионата Кыргызской республики 2022 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Улана Сагымбаева. Бой окончен. The bout number 11. Unanimous decision. Winner from Red Corner, Vaychuk Vadim.